Нижегородская область станет центром производства оборудования для хранения и перевозки сжиженного газа. На данный момент все это оборудование закупается за рубежом. Для нашей области создание кластера СПГ-технологий будет означать многомиллиардные заказы. Новатэк в декабре месяце прошлого года принял новую стратегию, в которой 57 миллионов тонн собирается производить к 30-му году. Я это и раньше говорил, я думаю, через 3-4 года мы это пересмотрим, и у нас будет возможность увеличиться в наших стратегических планах до 70 миллионов тонн. Я думаю, к 2020 году мы сумеем большую часть оборудование на наш проект локализовать в России. Нижегородская область действительно крайне привлекательное место для реализации этого проекта в силу совокупности логистических обстоятельств, и кадровых и того потенциала, который есть в области. Но мы здесь говорим в плане стендовой базы о стендовой базе для всего машиностроения, для всех игроков в мире. Их два таких стенда, и оба в США. Вот. Ну и будет один в России для российских машиностроителей. Для нас очень важен этот проект. Продолжаем выполнять свои обязательства перед губернатором. Мы будем создавать рабочие места, новые высокотехнологичные площадки здесь, в Нижегородской области, и укреплять это понимание присутствия Росатома на Нижегородской земле. Это проекты, которые имеют значение для всей страны, но и тем более для Нижегородской области. Здесь будут созданы все условия не только для испытаний, но и для создания научно-производственного и инжинирингового кластера. Естественно, это будет означать, что еще большее количество предприятий Нижегородской области смогут участвовать в кооперации по производству такого оборудования.